Отлично, ребята, счет 3-0. Ребята, 4-0. Там осталось один раз. И мы победили. И перейдем на следующий уровень. Да, ребята, ура! Мы выиграли! Уху! Отлично, задание выполнено. Отлично, задание выполнено. Дорогие друзья, а перед тем, как посмотреть это видео, я хочу вам порекомендовать подписаться на мой канал. Сделать вы можете это вот здесь вот. Также нажимаем на колокольчик, ставим здесь галочку «Сообщать мне обо всех новостях этого канала». Таким образом, когда я буду выпускать новые видео, вы будете их видеть самыми первыми. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, и сегодня мы будем играть в отличную игру под названием Drive Ahead. Так, ну что ж, в прошлый раз мы с вами играли в Drive Ahead Sport, забивали друг другу голы и различные проходили препятствия. Сегодня же мы будем играть в игру, в которой нужно будет столкнуть соперника, ну, короче, нужно будет толкаться. Так, ну что ж, царь горы уже ждет тебя, поехали, ребят. Так, разбей как можно больше шлемов. Ребят, мне нужно шлемы поразбивать, так что, ну что ж, поехали. Очки 0, так. Давай, давай, давай. Я не понял, Да что ж такое, так. Да что ж такое, дайте мне перевернуться. Так, я ж синим, получается, играю. Я ж, получается, играю синим, ребят. Или это так не нужно, блядь? Так, новый рекорд. Один, так, ну что ж. Ребята, это... Изучаю выполнение задания. Так, ребята, ну что ж, выбираем один игрок. Выбираем классику. Так, ну что ж, давайте... Покатаемся на-на-на. Сейчас я выберу заблокированный. Или это можно отблокировать? Нет, пока нельзя. Так, ну что ж, давайте мини-экскаватор выберем. Да, и на трассе покатаемся мы. Вот хочу вот здесь. А, заблокировано. Вот две башни, вот мы здесь можем и покататься. Все, поехали. Посмотрим, кто у нас будет соперник. Пускай автоматически сам себя выберет. Так, разбей голову противнику. Это только что у нас было. Или у нас было больше шлемов разбить. Так, ну что ж, нам нужно разбить голову с противнику. Ребят, давайте приступим к этому. Красным очком он успел впервые меня, представляете? Ай-яй-яй-яй-яй, ну как я на таком автомобиле могу под него подставляться, да. Синим очко, да, ребята, мы получили одно очко. 2-1, пока красные выигрывают, а мы синими, мы пока синими. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, да, тихонько. Красным очко я разбился, так. 3-1 я пока проигрываю. Это пока еще ничего не значит. Опять красному очку я опять проиграл опять. Но ничего, ребята. Так, глазу. Сейчас толкнем всех. О, ребята, у меня отпали колеса. Отпали. Да, ребята, мы его ковшом просто уничтожили. Отлично. Глазу, летающая тарелка. Красный победил, я перевернулся. Но ничего, ребята. Сейчас мы повторим обязательно гоночку. Так, ну что ж, нажали, поехали, лезу против коляски, ребят, посмотрите, на чем он ездит, на коляске, красному очку, потому что мне на голову упала вот эта штука. Все, ребята, синему очку, отлично, выигрываем. Так, ребят, я не понял, я, конечно, все понимаю, но вот это почему вот это я должен заниматься непонятно чем, ай-яй-яй-яй-яй. Газу, отлично. Синему очку, все, да. Сейчас разобьем этот чайник. Дребезги, да, ребята, мы его свалили, отлично, синему очку. Так, давай, газу, я не подставлю свой шлем, нет, ай-яй-яй-яй, так получилось. 4-3, синий выигрывает, давай. Да, ребята, 4-4. Так, сейчас последнее очко, сейчас будет тоже выиграть. Сейчас нам все... А, ребята, красный победил, мы просто скатились с горы. Но ничего, дорогие друзья, мы с вами едем дальше, идем дальше и занимаемся своими делами. Так, ну что, давайте выберем, наверное, режим заданий.
Вот, задание, которое нужно выполнять. Вот, смотрите, новинка, ребята, это что-то новое. А, оно пока заблокировано, нужно 5 ключей. У нас еще пока ни одного ключа нету, но мы обязательно с вами по ходу игры будем зарабатывать эти ключи и, собственно, выигрывать. Так, ну что ж, плевое дело, выиграй. Нужно выиграть, ребята, я получу ключик, если выиграю. Так, ну что ж, поехали. Так, разбей голову противнику, ребят. Что ж, давайте попытаемся это сделать. Давай, газу, 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 самосвал, газу, газу, газу. Тихо, 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 тихо. Хочет меня, смотри, хочет меня перевернуть, чтобы я... Ой, у него просто автомобиль такой, как раз мне в голову. Да что ж ты, это опять 2 очка против меня. Как так-то, ребят, не может такого быть. Я сейчас на тротором задавили нас. Отлично, отлично. Куда ты уехал? Иди сюда, ты. Валенок, куда ты поехал? Вниз. Если я сейчас приеду к тебе, то тебе будет хуже. Я же догоню и раздавлю тебя, как червяка. О, ребята! Он знал и ждал, что так случится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. 4-1, 4-1, красные выигрывают. Так как так? Я свою голову отправил на сортировку. Так, что ж, в этот раз мы должны, ребята, победить обязательно. Так, все, первый красный. Сделали. Так, второй красный на очереди. Мы сейчас его. Так, вот отлично, мы его хамшом просто уничтожили. Он был на обычных санках. Иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, я улетел в воду. Естественно, ему засчитывается очки. Мы не сдаемся. Мы не сдаемся, ребята. Тихонечко, тихонечко. Мы не... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 2-2. Так. Ну как так? Опять на мину наехал. Да, что-то сегодня не особо повезет играть, опять мы на что-то наехали. Ай-я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 й
А, эти еще заблокированы задания. Так. Давайте выберем классика, выберем цель, выбрать все для матча. Так, выберем сейчас арену, ребята. Так, а какую же нам арену выбрать? Так, что такой звук? Музыка, отлично. Ну, музыка, в принципе, нужна нам, но сделаем так. Так, теперь. Вот так вот будем выбирать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это мы, ребята, зашли с вами немножко туда. Это нам предлагает с интернетом связаться. Так. Так, возвращаемся к игре. Так, ну что ж. Новое задание. Ну, давайте посмотрим, что там за задание. Что там мне может что предложить. Так. Поехали. Все будем разбить противнику голову. Да легко. Вау. Вот так вот, ребята. Отлично. Первый уровень пошел. Отлично. Второй сейчас. Вот так. Да, ребята, сильный бачка. Красному пока ничего не дали. Просто супер. Вот, ребята, у него мечами, мне мечом голову снесло. Да как, ребят, как. Ай-яй-яй-яй. Так, 2-2 счет у нас. Иди, ой, ребята, какой у него робот, вы видели? Да, газу. Вот так вот, трактором наехали ему прямо на голову. Супер, отлично. Так, ой-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 
Ой-ой-ой-ой-ой, ну зачем я туда наехал? Нужно на маленькой скорости наезжать туда, чтобы мы могли сразу же распределять, ну что, где, кто, где, где. Брум-б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 рум
мог ему разбить голову, если бы был поосторожен немножко, я бы обязательно выиграл бы. Да, мне очко за то, что он упал в воду, отлично. Почему я вечно поставляюсь? У них такие машины, посмотрите, какие у них машины. У меня вечно какая-то непонятная вообще штука. У них такие машины у всех крутые. Вон он еще и пташками разбрасывается, а я ничего не могу. Да что ж такое? Сколько так жить можно дальше, ребята? Просто хочется вот взять и проиграть. Так. Отлично. Так, давайте выберем немножко. Это было все подробно. Так. Главное маневренность, ребята, и все будет пучком. Ай-яй-яй-яй. Не подумал о том, что могу разбить голову об этой штуке. Не подумал. Плохо, конечно. Так, синему очку. Отлично. Ай-яй-яй, не вписался. Как так, ребята? Как? Я же не должен был так проиграть. Я же не хотел, я же хочу жить так. Счет 3-3. Отлично, ребята. Счет 3-3. Продолжаем игру. Тихо. Он прямо ковшом мне залетел в голову. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Газу. Так, ребята, счет 4-4. Так. Почему вечно я поставляю? Ну ладно, ничего страшного, да. Давайте еще раз сыграем в эту замечательную игру. Отлично, ребята, счет 3-0. Ребята, 4-0, осталось один раз, и мы победили. И перейдем на следующий уровень. Да, ребята, ура, мы выиграли. Отлично, задание выполнено. Отлично, задание выполнено. Моя награда 20, я получаю, ребята, ключ. И у меня появляется следующее задание, принц. Отлично, так, ну что, давайте. Разбей как можно больше шлемов. Ребята, давайте разобьем как можно больше шлемов. Очки 0, конечно, потому что мне красные разбили все, что можно. Вон лошадка, ну. Ай, куда ж ты лезешь, как всегда-то? Так, отлично, просто. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да что ты делаешь там, ну, дорогая моя? Так. Конечно, есть 2 на 1, так нечестно, нужно, чтобы было пором. Ребята, что же это такое? Что это за игра такая, где... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, проиграли. Ничего. Мы же не маленькие и не будем плакать, правильно? Мы же уже взрослые, да. Отлично. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, задание выполнено. Выбрать награду. Все, ребята, мы забираем награду. У нас открывается следующий уровень. Но мы с вами поиграем уже в следующей серии, ребята. Потому что эпизод наш подошел к концу. Подписывайтесь на этот канал. Вечное детство. С вами был, как всегда, Юра. До встречи через некоторое время. До свидания, дорогие друзья. Подписывайтесь.